своим способом. Там чуть-чуть мне осталось отшлифовать концовку. Плюс еще здесь я делаю доброе дело. Вот эта служанка явно работает часов по 17 в день, чтобы прокормить себя и 40 детей, которые у нее остались в Африке. У нее явно недосып. Вот я ее поспать. Я ее усыпил, она поспит, нормально выспится. Начальство ничего за это ей не скажет, потому что, ну, оглушили. А это, понимаешь, ты знаешь будущее, а вот я не знаю будущее. Вот мой Хитман целиком и полностью уверен, что убьет Декстера сейчас и узнает, где девочка. Сколько тебе? Ты что, шутишь? Ты рехнулся? Я должен тебя прикрыть, потому что ты хочешь поглазеть на драку? А я что буду делать этой ночью, по-твоему? Да, да. Сейчас я понимаю. Я тебе тут принес покушать. Да. Там вышел новый фильм от этого же режиссера. Всем любителям слоника обязательно смотреть. Хотя я еще сам не смотрел. Да я, в принципе, могу тут всех поубивать. Ну, то есть, попереоглушать. Смотри, он идет такой, его, опа! Взял. Взял в оборот его. Меня ж он палил, когда я оглушал вот этого в фиолетовом костюме. Он успевал обход сделать. Круг почета. Сейчас он не успеет этот круг почета сделать. Я знаю, вот впереди есть окно. При помощи него можно вылезти туда куда-то к двери. Где-то там близко быть. Сейчас попробую я этот способ. Посмотреть, что как там и почему. Может, так будет проще. Стоять, стоять. Количество охранников, которых я могу оглушить, зависит только от количества ящиков на уровне. Если их 10, то можно и оглушить всю карту. Куда я попадаю? Если я так. Охранник. Ушел отсюда быстро. Ребята, все было, ну, намного проще, если сейчас я... Ее зовут Виктория.
И она стоит хреново тучи денег. Спасибо. Черт ты знает, она... Все гениально просто. В общем, мы просто схватим ее и будем удерживать, пока нам не заплатят выкуп. Она похожа на один из твоих лабораторных проектов. Я что, блин, спрашивал твоего мнения? Ты гребаный урод. Ты твое дело молчать. Ну, да, она, может, не самая лучшая, но... Хорошо выглядеть. Я просто некоторые миссии проходил, у меня... Уже заполнились тайминги по разговорам. Вот я, может быть, и после прохождения пройду еще раз. Только буду всех убивать, как Макс Пейн там какой-то, или Квейк бегать. Там поставлю полностью английскую версию. Так. Так, это у нас... Я что-то не понял, почему у меня 0 очков за первый левел. Как так получилось? Ну, здесь все четко. Проникатель только в костюме. Сбор улик не дали почему-то. У меня первая миссия как будто не засчиталась, хотя я вчера прошел.